Здравствуйте, туристы-милитаристы. Честно говоря, сейчас я только что тестировал, аж руки до сих пор трясутся, только что тестировал Contact C, тут побросал, порубил, в общем, вспотел слегка. Ладно, поехали. Сразу после этого, видите, реально рука трясется. Не знаю, как сегодня обзоры буду делать, потому что в планах у меня сегодня прям такое творчество-творчество. Benchmade North Fork, Mr. Chili .ru предоставил этот нож. По-прежнему все еще идет перцовка, фото и видео конкурс. Причем, если фотографий много, видеороликов мало, конкурс подходит к концу. А что вы думаете, ребята? Не знаю. Призы там просто замечательные. Ну и, конечно же, при покупке в этом отличнейшем магазине используйте код Архадыр, будет вам счастье. Поехали. 10 миллиметров сизалевая веревочка. Эх, прям, а что ж такое-то? Ох, очень тяжело пошло. Давайте резать. Причем скажу честно, я не ожидал, что так хреново он перережет веревку, потому что мне пришлось прям напрячься. Бенч, не знаю, что это было вообще. Давайте попробуем порезать веревку. И, в принципе, режет он тоже. Вот я пытаюсь брюшком резать, потому что там, где вот рекурва, мне приходится прям реально напрягаться. Вот, кстати говоря, вот именно на выходе с рекурвы легче всего и перерезать. Но в любом случае по резу веревки ножом можно смело ставить твердую двойку. Это даже не тройку. Бенч по-любому должен резать и перерезать веревку лучше. Так, поехали дальше. Надеюсь, кончик я не сломал вот этим вот своим истеричным движением. Так, что у нас сегодня в программе? Ну, давайте начнем. Небольшая у нас тут палочка такая норвежского дуба. Все должно быть хорошо с этим. И причем я понимаю, что у меня рука на предыдущем тесте устала, но это не оправдание. Ладно, там я рубил, не рубил. Но здесь я бы назвал это строгание так с горем пополам, если честно. То есть после кухонного теста у нас картина на деревяшках такая, честно говоря, удручающая. Она прям удручающая. Вот, мелкую берет достаточно охотно. Причем как вот покрупнее, так и совсем-совсем такие волосики. Не знаю, как вам показать. Ну, то есть и вот такое, и вот такое у нас, в принципе, происходит. Так, дальше. Оливка. Оливка. Ну вот по оливке дал стороне угля, дал хорошую такую нормальную стружечку. То есть, то есть. Боксвуд. Боксвуд у нас весь промерзший. Ну да ладно. Зато видно будет именно, где строгал. Ну вот сейчас придет, как всегда, Берзон и объяснит нам, что это было. Потому что первую дощечку нож вообще не хотел брать. То есть, ну, как бы, он, конечно, строгал, но должно быть все по-другому. С бенчем должно быть вообще все иначе. С веревкой полная жопа получилась. Это у нас лаврик. Ну, лаврик из твердых пород. Он у нас самый такой вменяемый, в принципе. Что за... Все нормально. Что ж тебе не хватало-то, а, дружок?
Что ж тебе не хватало? Ну ладно. Возьмем. Сейчас, конечно, хотел сразу подколоть одного медийного, ютуберного, замечательного бородача, который показывает, какие он делает, какие его компания делает просто охерительнейшие ножи, строгая при этом сосновый брус. Ну вот сосновый брус у нас идет как маргарин. То есть здесь, там где вот у меня на всю ширину приходилось, совершенно другое дело. Ну, сосна есть сосна. Это как бы для кого? Для меня это, ну, так себе показатель. Потому что, хотя, по большому счету, ох, нормалек я потестировал на вершине Contact C. Так, погнали. Как бы мне тебя так, чтобы вот. Так. Ох, закокосился-то. Прям штрафной круг. Быстро прогрыз. Так, отверстие мы засчитываем. Засчитываем. Здесь на самом деле мякоть видна. Смотрим на кромочку. Смотрим на кончик. Так. Смотрите, ребята, внимательнее. Я уже без очков совсем как та мартышка стал. Вот. Так. Ну и впечатления общие. Честно говоря, я так слегка подразочарован. Почему? Потому что я думал, что мне сейчас просто эту веревку 10-миллиметровую как паутину порвет. А видите, не самый простой тестовый материал получается. Даже бенч не захотел. Так, ну вот, если он лист нормально не порежет, я ему предъяв кидать не буду. Почему? Потому что вот он на всю длину клинка надрез сделал. Потому что у меня уже здесь последние листы, у меня уже блокнот весь жеванный, весь был намокший, поэтому с бумагой как раз таки все хорошо получилось. Вот такой вот супер короткий получился у нас тест. Но для меня достаточно показательный. То есть здесь сама по себе рукоять удобная, ножик прекрасный, но явно заводская заточка хроманула по полной. Все, спасибо за просмотр, всего доброго, пока.